стоят родители зачастую. Вот я думаю, может быть, у них там не первый, не последний ребенок. Почему не жалко? Мне странно очень. Иногда и взрослые тоже этим грешат. За жизнь 4-летнего мальчика, скатившегося с горки под электричку, до сих пор борются врачи. В каком состоянии ребенок и кто понесет ответственность за ЧП? В ближайшие часы должен появиться официальный результат допинг-пробы кюрлингиста Александра Крушельницкого. Расскажем, какие комплекты наград разыгрываются сегодня в Пхёнчхане, а еще смотрят ли москвичи трансляции игр и делают ли ставки. На кёрлинг ставил, на мужиков. Ну, не знаю, там, чё как. Просто ставки, ну, нельзя говорить, сварни, иначе на ногу не пройдет. Я неоднократно выигрывала. Может, за меня кто-то что-то купил. С подиума на панель. Какой ценой достаются титулы на конкурсах красоты? Готовы ли девушки на встречи со спонсорами ради победы? Разбирались наши корреспонденты. Открытие Метрополитен-музея, премьера «Лебединого озера» и запуск орбитальной станции «Мир». Что еще важного произошло в этот день? Узнаем из календаря старины Калашникова. Прямо и сейчас Ксения Сидунова в студии «Москвы-24». Доброе утро всем, кто проснулся, кто включил первым делом телеканал «Москва-24». Мы с вами этим утром, чтобы рассказать о всем самом главном. 6:01 на часах. Мы начинаем. Ребенок, который попал под электричку, катаясь с горки, находится в реанимации. По словам врачей, его состояние стабильное, но какие-либо прогнозы давать еще рано. 4-летний мальчик получил тяжелые травмы после того, как скатился с железнодорожной насыпи. Оказалось, что импровизированная горка – одно из самых популярных мест у местных жителей. Случаев, когда дети вылетали там на пути, предостаточно. Что ждет родителей пострадавшего ребенка и какие горки лучше обходить стороной?